Сегодня первый день выставки Mapic Russia 2020. С вами Retail.ru. Мы продолжаем общаться с нашими гостями. Антон, расскажите, как проходила работа в период коронавирусной инфекции? Как вы выдержали этот удар и какие нововведения пришлось ввести в связи с этим? Конечно, обязательно нужно было договариваться со всеми арендаторами, найти общие точки соприкосновения, не вставать в штыки. Что говорить, если говорить о безопасности, то мы внеплановую чистку всех фильтров, всех вентиляционных систем провели, расставили санитайзеры, где можно и нельзя по всему торговому центру, обозначили разметку социального дистанцирования и в целом сообщаем посетителям о том, как следует себя вести на таких объектах, чтобы быть в безопасности. И ни в коем случае не запрещаем посещать торговый центр, а рады всех видеть. Спасибо большое за ваш ответ. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.